Здравствуйте, уважаемые любители боевых искусств и спортивных единоборств. Сегодня у нас с вами состоится очередной урок по илицюань, внутреннему семейному стилю китайского ушу. Этот урок будет посвящен работе ногами. В илицюань, как и все движения, как все упражнения, мы работаем с чувствованием, мы работаем с энергией. И поэтому основой данного урока будет введение энергии стопы в стопу, а также шаги и удары. Удары ногами. В илицюань удар и шаг ногой – это единое целое. Распределение веса, распределение энергии в теле и в стопах, оно происходит одинаково, как при нанесении ударов, так и при перемещениях. И поэтому сейчас сначала мы познакомим вас с базовыми упражнениями по введению энергии из стопы в стопу, что поможет вам научиться правильно распределять вес, наносить удары или делать шаги. Перед выполнением этого комплекса вы можете выполнить любой комплекс на растяжку, на раскрытие суставов, на растяжение мышц и сухожилий, подготовить свои голеностопы, коленные суставы, тазобедренные суставы и затем приступать к комплексу. Итак, начнем. Первое упражнение по введению энергии стопы в стопу. Мы должны принять фронтальную позицию и основную позицию. Осесть на коленях. Подобрать таз, расслабить паховые складки, раскрыть спину, сбросить грудную клетку. После чего мы переносим вес на одну ногу, на левую ногу перенесли вес, так, чтобы чувствовать, что усилие у нас находится в стопе левой ноги. И затем медленно, наблюдая за процессом, чувствуя, как идет движение по вашим костям через ваши суставы, начинаем вращаться во фронтальной плоскости. Движемся. Стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа. И проходим под землей по часовой стрелке. И опять входим в левую стопу. Стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа. Под землей. Вы должны чувствовать этот круг в своем теле, вести его последовательно. Стараться не допускать ошибок. Ошибками в данном случае являются прямое введение силы. Например, сейчас идет таз, колено, стопа. И вот я из стопы сразу прыгаю в колено и опять поднимаюсь. Таз, колено, стопа, в колено. Или наоборот. Таз, колено и сразу в эту стопу. И опять поднимаюсь. Таз, колено, не доведя до стопы, прыгаю в эту стопу, поднимаюсь. Это являются характерные ошибки. Следите, чтобы ваша энергия равномерно вращалась между стопами. Также ошибками является нарушение структуры тела. Если вы приседаете и начинаете отводить таз назад, это ошибка. Таз должен быть подобран. Оседаем. Проводим. Если вы производите наклон, это тоже ошибка. И если у вас выползает вперед грудная клетка, это также ошибка. Вы должны быть собраны, удерживать структуру инь-ян, которую мы проходили на предыдущих уроках, и вести вращение полным фронтальным кругом через суставы ваших ног. Продолжаем движение по часовой стрелке. Слушаем движение через суставы по костям. Чувствуем распределение веса и усилий в теле. Еще одна характерная ошибка при выполнении данного упражнения – это движение от стопы к стопе по прямой. То есть я опускаюсь в правую стопу и перехожу в левую по прямой. Нет, нужно проходить по дуге, как бы под землей и из-под земли, входя в левую стопу. Входим в правую ногу, погружаемся до стопы, уходим под землю. Под землей входим в левую стопу и поднимаемся вверх. Таз, колено, стопа. Под землей, стопа, колено, таз, над землей. И в другую сторону, против часовой стрелки. Таз, колено, стопа. Под землей, стопа, колено, таз, над землей. Выполнять это упражнение следует до тех пор, пока вы не почувствуете целостность данного вращения. Что у вас не будет угловатых движений, что вы будете чувствовать, как проходите от таза до стопы, будете чувствовать движение под землей, как энергия входит в ногу,
проходит до Дантянь и опять же опускается вниз. Ведение энергии из стопы в стопу. Разгружая таким образом тело, вы можете слушать, как распределяется вес, и уже чувствовать, как, например, вы можете собраться и опять шагнуть. Как вы можете осесть и шагнуть в другом направлении, чтобы четко распределять вес между стопами. Не перебрасывать его от стопы к стопе, а вести направленно, вести. Таз, колено, стопа под землей, стопа, колено, таз над землей, таз, колено, стопа под землей, стопа, колено, таз, дантянь. Закончили, сделали вдох и плавно выдохнули вниз. Введение энергии стопы в стопу должно производиться во всех трех измерениях. И сейчас мы начнем введение энергии в продольном вертикальном круге. Сагитальный круг мы его называем. Левую ногу отставили назад. Сместились на заднюю ногу. Положение таза сохраняется фронтальным. Грудь все время смотрит вперед. Мы сейчас находимся в стопе задней ноги. И из стопы задней ноги начинаем двигаться к колену, поднимаясь вверх и смещаясь вперед. Таз, дантянь, таз, колено, стопа. И под землей движемся в заднюю стопу. Стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа. Под землей. Точно так же здесь не должно быть угловатых движений и прыгания, например, с колена в заднюю стопу. Это ошибка. Колено, задняя стопа. Да? Колено, задняя стопа. Или здесь поднялись до колена и сразу уходим в тазобедренный сустав. Нет, мы должны слушать, как энергия движется по костям, как она проходит под землей, как она входит в стопы, поднимается в дантянь и опускается вниз. Этих ошибок избегаем. Дальше, следующая ошибка. Если вы движетесь и вращаетесь, это уже смешение энергии получается сагитального и горизонтального круга. Здесь нужно уже более точное распознавание движения энергии в двух плоскостях. Следующая ошибка. Если вы поднимаетесь и вытягиваетесь, этого происходить не должно. Полностью распрямленная нога, запертая поясница. Поясница все время должна быть открыта, как бы выдавлена слегка назад. Дошло до поясницы, и сразу паховая складка здесь закрывается, и мы ведем в нижнюю стопу. Проходим под землей, входим в заднюю стопу, поднимаемся, и здесь уже таз начинает следовать вперед. Оп, и погружаемся. Важно чувствовать распределение энергии в паховых складках. Ибо закрытая паховая складка – это всегда вбирание энергии, открытая – это выпускание. То есть с позиции стойки, в которой я сейчас нахожусь, здесь мне удобнее тянуть, двигаться к себе, защищаться. Здесь мне удобнее толкать, атаковать, наносить удар, так как здесь паховая складка раскрыта. Я погружаюсь, ухожу вниз, и вот у меня эта паховая складка закрылась, это открылось. Здесь мне сейчас удобнее тянуть, вбирать. Отсюда я могу уже наносить удар или толкаться. Сила идет от передней ноги. И мы вот слушаем, как у нас передняя паховая складка закрыта. Закрывается задняя, открывается передняя. Задняя открывается, передняя закрывается. Задняя открывается, передняя открывается. Продольный круг вперед. Стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа под землей. Стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа под землей. Закончили. Выдохнули вниз. Хуаньши. Поменяли стойку. Продольный вертикальный круг, сагитальный круг, можно вращать в двух направлениях. Вперед, когда он катится вперед, и назад, обратное движение. И начинаем мы его из передней ноги. Также слушаем распределение КУА. Таз не вращаем. Грудь смотрит прямо. И пошли. Стопа, колено, таз, дантянь. Таз, колено, стопа под землей. Стопа, колено, таз, дантянь. Таз, колено, стопа под землей.
стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа под землей. Еще очень важным моментом является, чтобы вы не выносили слишком переднее колено. Когда мы движемся под землей, мы не должны выходить вот таким образом. У нас энергия не поступает в стопу, она оказывается на пальцах. Движемся, колено дошло до предела, и движение начинается вперед в сторону. Тогда по сухожилиям сила начинает возвращаться в дантянь. Под землей, вошли в стопу и вращение. Колено возвращается назад. Продолжаем это движение. Слушаем распределение энергии в паховых складках. Не переваливаем колено. Круг должен быть целостный. Стопы не должны гулять. Колени не должны заваливаться, принимать вот такое положение, например. Да. Приходим. Колено не должно быть таким. Задняя нога все время должна выпускать силу. Поэтому у нее должна быть полная опора на всю стопу. И колено должно эту силу направлять в стопу. Вот мы движемся. Оп, оп. Колено все время направляет силу в стопу. Идет сагитальное вращение. Движемся так до обретения целостности круга. Здесь точно так же понимаем возможность движения и отрыва ноги. Который позволяет нам совершить шаг или нанести удар. Закончили. Выдохнули вниз. Следующая плоскость, в которой мы распознаем движение, вращение и пределы действия силы, это горизонтальная плоскость. Отставили назад левую ногу. Слушаем, чтобы наши стопы не гуляли, чтобы колени не двигались из стороны в сторону, и стопа стояла неподвижно. И начинаем вращение. Вращение, смещение. Вращение, смещение. Вращение, смещение. Усилие непрерывно направляется в центр стопы. На пятку опираемся, пальцами держим землю. Вращаемся, смещаемся, вращаемся, смещаемся. Промежность или точка хуинь все время должна быть направлена на линию, соединяющую центр и стоп. Не должно происходить следующего. При вращении у вас не должен уходить таз, вы не должны описывать вот такие круги. Таким образом, энергия, сила выходит из вашего тела. Вы все время должны наблюдать за тем, чтобы промежность двигалась по линии, соединяющей центр и стоп. Колено при этом движется на большой палец, на центр стопы. На большой палец, на центр стопы. Здесь точно так же. Большой палец, центр стопы. Большой палец, центр стопы. Слушаем, как распределяется энергия в паховых складках. Куа. Закрытие и открытие. Здесь закрывается, здесь открывается. Здесь закрывается, здесь открывается. Тело не должно наклоняться, уходить в сторону. Все боковые вектора, всю инерцию движения нужно поглощать, уводить в тело. Слушаем распределение веса между стопами. И усилия, и вес все время направляем в центр стоп. В центр стоп. Выдохнули вниз. Поменяли стойку. И продолжили. Повернулись, сместились. Повернулись, сместились. Повернулись, сместились. Повернулись, сместились. Все ваше внимание должно быть сосредоточено внутри. Слушаем свои ступни. Тазобедренные суставы, открытие и закрытие, коленные суставы. Непрерывно сохраняем структуру тела, вобранную грудную клетку, раскрытую спину, выдавленную поясницу и подобранный таз. Чувствуем, что промежность или проекция центра тяжести все время движется по линии баланса, линии, соединяющей центр и стоп.
Точно так же нужно здесь добиться непрерывности, наблюдая за тем, как поступательное движение превращается во вращательное, вращательное превращается в поступательное. Сместились и повернулись. Сместились и повернулись. Здесь точно так же движутся усилия стопа, колено, таз, стопа, колено, таз, стопа, колено, таз, а здесь таз, колено, стопа. Все время при выполнении этих упражнений мы выстраиваемся и расслабляемся. Выстраиваем правильную структуру и расслабляемся в ней, обвисаем. Закончили и выдохнули вниз. Следующее упражнение. Распределение веса между стопами и встряхивание ногами, броски ногами. Принимаем фронтальную позицию. И начинаем введение из стопы в стопу. Стопа, колено, таз, дантянь, таз, колено, стопа. Таз и стопа соединились, мы можем позволить себе оторвать другую ногу, не изменившись телом. И в этот момент мы встряхиваем ногу внутрь, наружу, вперед, назад. Ставим без веса и переносим плавно вес по верхней дуге. Встали, соединились. Внутрь, наружу, вперед, назад. Поставили и перенесли. Не нужно здесь наносить удары. Нужно лишь встряхивать ногами очень легко в четыре направления. Если вы правильно распределили вес и энергию, то вы это сделаете легко, несмотря на то, что разброс идет по четырем сторонам. Ноги мы должны встряхивать таким образом, как будто бы у нас к ботинкам, делаете, налипла грязь. То есть не бить, не напрягаться, не вставлять. Не только раскрытием колена, а от таза прилипла грязь, и мы ее встряхнули, чтобы она слетела. Сюда, сюда. Закрытый таз, открытый таз. Вперед, назад. Не нужно носить удары высоко, что будет приводить к изменению тела. А просто встряхиваем. Понимаем расслабленность таза, направленность энергии и то, как мы компенсируем возникающие боковые движения. Не начинайте броски ногами, прежде чем вы выстроитесь. Встали. Вы должны суметь оторвать ногу без дополнительных движений тела. Если вы не довели энергию до стопы, то вам придется чуть толкнуться ногой или вытянуть себя. Это дополнительное движение, информирующее противника об ударе. Это дополнительный расход сил во время ведения боя. Ноги расслаблены. Чуть помедленнее сейчас все делаем. Бум. Встряхиваем. Закончили. Вдох. Выдох. Соединяем броски ногами и движение. Делать это будем в сагитальном круге. Нейтральное положение. Вес 50 на 50. Движемся в заднюю стопу. Таз и стопа соединились. Бросаем в четыре стороны. Раз, два, три, четыре. Поставили ногу, не загружая ее. И переносим вес, ведя энергию от сустава к суставу. Закрылись. Таз и стопа соединились. В четыре стороны, конечно. Раз, два, три, четыре. Поставили ногу. И делаем шаг вперед. Переносим вес. И наносим четыре удара. Раз, два, три, четыре. Ставим ногу назад. Переносим сагитальный вес. И опять бросаем ногу. Раз, два, три, четыре. Ставим ногу назад, переносим вес и бросаем. Ставим ногу вперед, переносим вес, бросаем.
ставим ногу вперед, переносим вес, бросаем. Ставим ногу назад, переносим вес, бросаем. Ставим ногу назад, переносим вес, бросаем. Вернулись в исходную и выдохнули вниз. И необходимо тренировать броски ногами также и в горизонтальном круге. Отставили ногу назад, сместились, повернулись. То есть просто как бы закрыли паховую складку. Сместились и закрыли паховую складку. И отсюда броски на четыре стороны. Раз, два, три, четыре. Поставили ногу, сместились, повернулись. Бросаем. Раз, два, три, четыре. Поставили ногу вперед, сместились, повернулись. Раз, два, три, четыре. Поставили ногу назад, сместились, повернулись. Раз, два, три, четыре. Назад, сместились, повернулись. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Вперед. Вперед. Назад. Назад. И закончили. Выдохнули вниз. Для тренировки силы ног, усилий, производимых ногами, и чувствования течения энергии от стопы к стопе, используются также и парные упражнения, с рядом которых мы сейчас вас и познакомим. Разбились на пары, соединили стопы. Ноги скрещиваются, голенями соединяются. И мы начинаем осуществлять вращение. Ну, сверху смотреть, например, это начинаем по часовой стрелке. Вращаемся и слушаем движение от стопы к стопе. Чувствуем открытие-закрытие паховых складок, работу КОА. Сохраняем структуру тела. И чувствуем, что происходит с точки контакта. В точке контакта мы производим следующую работу. Когда я двигаюсь на партнера, я задавливаю, пытаюсь вывести его из равновесия, уронить. В этот момент партнер атакует меня. Вот он пытается меня посадить. Чтобы нейтрализовать эту силу, я начинаю делать вращение от тазобедренного сустава к стопам и уводить эту силу в сторону. И затем со стороны надавливаю на партнера. И он повторяет то же самое. Отсюда возникает вращение. То есть очень плотный контакт должен быть в точке контакта. Не просто касание и легкое движение, а все время понимание направленной силы. Сейчас она воздействует через бедро на мой центр. И если я не нейтрализую, я вылетаю. А поэтому сила, когда приходит, я начинаю вращаться и увожу силу в сторону. После чего могу атаковать сам. Вот оно было действие в бедро. Продолжаем. Вращаемся. Вращение необходимо делать твердо стоя на ступнях. То есть вы не должны освобождать вот так стопу. Это опасно для колена. Сейчас уже у меня нога, это коленный сустав, не имеет люфтов. То есть если надавить, то все, я падаю или ломается моя нога. Вы должны чувствовать также пределы стопы. Все, дальше я идти не могу, потому что уйду дальше, мое колено ослабнет. Здесь я уже должен поворачиваться. И смещая таз, воздействовать на партнера. Ступня все время плотно прижата к полу. Усилием от таза через кости мы давим на стопу, как на переднюю, так и на заднюю. Центр тяжести движется по линии баланса. И вращение мы осуществляем в две стороны. Только что мы делали вращение по часовой стрелке, теперь против часовой стрелки. Точно так же она пытается задавить мое колено. Я начинаю вращаться и перевожу силу в сторону. Она надавила, оп, я перевел силу в сторону. При резком и неожиданном воздействии это выводит противника из равновесия. Точно так же я подавляю ее. Нет усилий от таза, поэтому сила не... Оп! Пошла сила от таза, и она выносит меня в сторону. И вращение продолжается. Раз, два. Ступни также плотно стоят на земле. КОА закрываются, открываются. Есть поступательные и вращательные движения. Точка контакта описывает круг. Хуаньши, поменяли ноги.
соединились. И точно так же, первое вращение по часовой стрелке. Наблюдаем за работой паховых складок. Открывается, закрывается. Закрывается, открывается. Партнер меня задавливает, я принимаю эту силу и поглощаю ее паховой складкой. Ква. Партнер нейтрализован, у меня заряжена задняя паховая складка, и я произвожу атаку. Он меня нейтрализует и также производит атаку. Это не должно быть нежное и мягкое вращение, это должна быть работа сил в точке контакта. Вращаемся по часовой и вращаемся против часовой стрелки. Все усилия работают точно так же. Тренируем силу ног. Тренируем введение энергии из стопы в стопу. Тренируем нейтрализующую силу. Не торопитесь делать это движение быстро, это упражнение быстро. Потому что самым главным здесь является чувствование направленности сил. Я сейчас стою в таком положении, что как бы сильно она ни давила, она не может воздействовать на мое колено. И если сейчас происходит моя нейтрализация, то я вывожу ее из равновесия. И могу начинать атаковать. Закончили. Выдохнули вниз. Следующее упражнение парного комплекса. Она дает нам варианты защиты ухода при атаке нашей ноги. Если партнер атакует ногу, делает надавливание, ну, например, надавливание, или идет на подножку, ну, в данном случае надавливание. Я могу опираться на точку контакта, обходить его и атаковать с другой стороны. И данное упражнение похоже на предыдущее, но мы выпускаем усилие в точку контакта, опираемся на нее и переставляем стопу наружу, внутрь. Теперь партнер делает то же самое. Дальше, начали. Раз, два. Важным моментом является что? Первое, то, что мы не теряем контакта в точке соприкосновения. Мы не отрываем, да, иначе, видите, партнер сразу входит в меня или подавляет меня. Покажи. Оп. Сдваивает мои ноги, двигаясь на центр, потому что усилие всегда направлено на центр. Вот. Отрыва быть не должно, оставь ногу на месте. Вот так упражнение делать неправильно. Это можно тренировать и без партнера. Именно выпускание усилия и шаг. Раз, два. Важным является, что вы не должны оттягиваться или уходить, полностью разгружая ногу, и здесь шагать. Продолжая выпускать усилия, точку контакта мы используем как опору. И здесь мы перешагиваем. Дальше. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом важно наблюдать, как у нас происходит взаимодействие. Перешагиваем. Сейчас у нас соприкосновение происходит практически прямо под коленом. В нижней трети голени давай начнем. Вот так. В нижней трети голени. Затем я накатываюсь, выпускаю точку контакта. И вот я касаюсь уже практически ее колена. Ставлю ногу, и мы посередине голени соединяемся. Опять я вращаюсь. Опираюсь на колено, прокатываюсь по ней, и в нижней трети голени наши кости взаимодействуют. То есть наши кости катаются друг по другу. Конечно. Поехал. Раз, два, три, четыре. Мы не должны нигде терять контакт. Четыре. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Поменяли стойку. И с другой ноги то же самое. Конечно. Раз, два. Три, четыре. Раз, два, 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 три, четыре. Закончили. Выдохнули вниз. Это упражнение дает нам возможность, в конце занятия мы покажем, как применяются подобного рода вещи. Вот, но здесь партнер, например, выходит на заднюю подножку. Да? Выходит на заднюю подножку. Опираясь на него, мы можем выйти вперед и атаковать ногу как раз в направлении, в том направлении, куда он давал силу. Партнер делает подбив передний, подсечку. Угу, хорошо.
опираясь на него, мы можем входить в центр, опираясь на его ногу, на его воздействие. Или же он входит вот таким образом и давит на колено, чтобы воздействовать. Да? Мы заходим внутрь, и здесь можем сделать применение. То есть, не теряя точки контакта, сохраняя сознание партнера, противника непотревоженным, мы можем измениться эффективно для себя. Следующее упражнение. Гоу-ти. Нога-крюк. Также соединяем голени. Опираемся на точку контакта. И облетев точку контакта, мы начинаем вращаться, опираясь на пятку. И выносим ногу партнера в сторону. Возвращаемся. Перелетаем. И опять вращаемся, но теперь уже внутрь, опираясь на пятку. Оп. Выносим ногу. И продолжаем. Поменяли ноги. И то же самое с другой стороны. Точно так же мы не должны уходить и отвисать на задней ноге. Вобрав куа, мы уже имеем достаточно усилий для того, чтобы поменяться, перейти с другой стороны и зацепить ногу партнера. Очень часто подножки, подсечки являются малоэффективными, когда нога загружена. Я подбиваю достаточно сильно, да, нога стоит, в ней вес, в ней выпущено усилие. Но если я пришел сюда, используя вращение гоу-ти, чуть подцепил ногу, вы видите, она высвобождается сразу. Чуть-чуть подцепили, и вы можете это дело превращать уже в подхват, в подбив, в подсечку. Итак, продолжаем это упражнение гоу-ти. Закончили. Выдохнули вниз. Следующее парное упражнение Личуань связаны с таким базовым упражнением Личуань, как вращающиеся руки. Делая вращающиеся руки, мы отрабатываем удары ногами. Учимся наносить удары и принимать удары. Тем самым мы учимся координировать, наносить, не отдельно отрабатывать удары руками, а затем ногами, или тренировать их в комбинациях. Мы учимся в различного рода ситуациях смотреть, как, используя силу и усилия в руках и в теле, мы можем использовать эффективно для себя ноги. И значит, упражнение, базовое упражнение Личуань. Начинаем. Вращающиеся руки. Попеременное вращение. Идет попеременное вращение. И во время этого вращения я беру и наношу удар по задней ноге партнера. Он мне отвечает тем же. По передней. По передней. По задней. По передней. По задней. По передней. Обратите внимание на какую вещь. Партнер наносит мне удар по ноге. Я не просто терплю удар. Когда он идет, я его принимаю ногой. Да, делая вращение, как в горизонтальном круге. Удар, бамс. Идет движение навстречу удару партнеру. Но не поступательное, я не двигаюсь, еще раз нанеси, не двигаюсь коленом навстречу, да, а идет вращательное движение. Я вкручиваюсь себе в стопу. Бам. И вы видите, как сила сразу выбрасывает его, гасит силу удара. Вот это нужно координировать в движениях рук и ног. Бамс, возврат. Бамс, возврат. Возврат, возврат. Возврат, 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 возврат. При этом что происходит в руках? В руках я смотрю, например, удар, удар. Партнер может смотреть, например, удар, и я от него защищаюсь. Удар.
удар. Да, вот отсюда удар, и я от него защищаюсь. Или же я произвожу. Она наносит удар, а я его отвожу и наношу удар. Она наносит удар, я его отвожу и наношу удар. Да, то есть не нужно просто так вращать руками. Нужно чувствовать усилие. И вот я пошел. Удар рукой, удар ногой. Удар рукой, удар ногой. Удар рукой, удар ногой. Защита рукой. Защита рукой. Защита рукой. Защита рукой. Учимся наносить удары и учимся их принимать. Закончили. Выдохнули вниз. Следующий вариант, следующее упражнение. Также из вращающихся рук, но мы наносим удар уже снаружи, по внешней стороне бедра. Также координируя с руками. Например, делая отводящее движение рукой и тут же нанося атаку. Или же атакующее движение рукой и тут же нанося атаку ногой. Демонстрируем. По внешнему бедру. Переднее, переднее, заднее, заднее, переднее. Переднее, заднее, заднее, переднее, переднее, заднее, заднее. Точно так же мы учимся принимать удар. Когда у нас идет удар по внешней стороне бедра, мы вкручиваемся внутрь стопы, делая круговое движение, которое гасит силу удара и отбрасывает партнера. И по этой стороне бедра то же самое. Памс, движение идет наружу. Вращательное движение наружу. Покажи еще раз по этой ноге. Мы не должны делать просто движение наружу. Не коленом наружу. Это должно быть вращательное движение с закрытием куа. Да, сила выбрасывает. Возникает центробежная сила, которая скатывает вектор силы вдоль ноги и выбрасывает наружу силу партнера. Продолжили. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот в этом вращении вы тренируете и удар, и защиту. Выдохнули вниз. Еще одна форма нанесения удара – это по внутренней стороне бедра. Также с вращением. Руки и ноги координируются. Кайши. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Соответственно, здесь происходит вращение руками ногой в другую сторону. Когда идет удар, лоу-кик по внутренней стороне бедра, я закрываю его внутрь. Вращением закрываю внутрь, и видите, как отпружинивает сила вовне. При этом, опять же, я двигаюсь не навстречу удару, не вот так. Тем самым я усилю просто давление в точке контакта. А я двигаюсь вращением. У меня бедро вкручивается внутрь. Бум. Возникает центробежная сила, которая выбрасывает силу партнера. Бум. И по внутренней стороне бедра то же самое. Бум. Вот таким образом мы возвращаем силу партнеру, нейтрализуя действие его удара. Продолжаем вращать и наносим удар. Переднее, 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 заднее, заднее, переднее, переднее, заднее, заднее, переднее. Да, мы все время принимаем силу удара. Закончили. И выдохнули вниз. Сейчас мы вам продемонстрируем вариант свободного применения различных типов усилий, проработанных на сегодняшнем занятии. Также эти упражнения можно
комбинировать с ударами. Сначала легкими, потом их усилием. Потом усиливая их. Продемонстрируем этот вариант. На этом сегодняшнее занятие окончено. Успехов вам в постижении секретов боевых искусств.